Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня мы продолжаем прохождение игры For Honor на максимальном уровне сложности. Кампания за самураев, четвертая миссия Единства. Спустя всего месяц, Аю привела свою вновь объединившуюся армию к воротам Дворца Императора. В живых осталось лишь два даймё, она и Сайдзюра. Но ход истории предстояло изменить Ороти. Чтобы победить Сайдзюра, Ороти предстоит пробраться в Императорский дворец. Два перка оставляю. Стандартных, которые я обычно использую. Второе дыхание, исполнение ХП и прочность. Уменьшение урона на 30%. Императорский дворец. Крепость внутри крепости. Сайдзюро! Люди гибнут! Сложи оружие! Так прекрати бой! И поденец! Сайдзюра не сдавался. Он собрал сильнейших воинов. Но нас было больше. Оставалось пробраться внутрь. Я не был во дворце целых 3 года. С тех пор, как меня взяли под стражу. Редкий случай, когда нас больше, чем противников. Но прежде чем армия войдет, нам надо открыть ворота. Как сломить оборону города? Протаранить ворота? Пробраться по стенам? Взять город измором? Или, зная тайный путь, направить по нему искусного воина? Конечно же, воина направить, потому что это самый менее ресурсно затратный вариант. Сайдзюра принял мое предложение. Дворец принадлежал ему. 50 самураев согласились сражаться за него. Их мало, но они сильны. А Сайдзюр-то предатель? У нас чувачок стоит, смотрите. То ли кинсей, то ли орот, сейчас не помню, за перегородкой бумага. Бумага. Стали не помеха. Да. По-быстрому. Но здесь, кстати, довольно такая спорная локация, мало места для сражения, поэтому легко можно застрять где-то. Все это плохо закончится. Где-то тут кувшины, я помню. Приближается. Все объекты я не нашел, не нашел одну кладку кувшинов, и не нашел я одну точку интереса. Заметил противника. А здесь лучше отбежать. Опять же, места мало, а противник кинсей. И, соответственно, своей длинной катаной он будет вас доставать почти с любой точки. Да и здесь-то места мало, но все-таки больше, чем. И больше, чем там, где вы с ним изначально сражались. Ну, а Роти, именно вот его козырь, это скорость. Блин, выдохся. Крайне не вовремя.
Фу, это было опасно. Размахался граблями. Так вот каков твой старый дом. Да, вот такой вот дом, Ороти. Полной опасности. Ну, правда, раньше, когда он здесь жил. И его не пытались зарубить на каждом шагу. Здесь кувшины я собирал. Там кто-то есть. Они идут сюда. Пробуем сразу прорваться в более-менее подходящее место для сражения. Но их тут все равно много. Можно их не убивать. Вот этих можно обойти, в общем-то, пацанов все. Приближается. Я чисто на запись их зарублю. Все по-честному, прям как самураев. 5 на 1 это самая тема. Иначе сделаем. Что-то, ребят, здесь реально слишком дофига. Мы так не договаривались. Она там пытается с одним разобраться. Я тут с семью рублюсь. Что-то здесь перемудрили с количеством противников. Это же не просто какие-то мелкие боты, это уже такие полкомандиры с тремя плашками ХП, там, с защитой. С ударами. Да, и не особо дамажащими. Фух, все, покрошили. Только самые преданные воины откликнулись на призыв Сайдзюра. Они готовы умереть за него. Такова цена единства. Я видела глаза Сайдзюра. Он страстно жаждет власти. Другие даймё считали, что это порок. Теперь они гниют в земле. Это он что-то там наверху? Слезай, что там стал? Давай сразимся здесь сейчас. Но, к сожалению, он не слезет, как бы вы не хотели. Там еще кто стоит? То ли Ороти, то ли Кенсей. Сейчас я попробую с Нагиначиса истроить. Будет драться, не будет. Противник приближается. Ну,
Вот она не дерется, проблем-то в чем? Че это такое? Че, борзел что? А, во! Пошла схватка, смотри. Двух дамочек, вот пускай и дерутся. Угу. Сейчас она убежала. Да не меня ты бей! Вот сзади наяривает. Я думал, ты будешь драться с ней тут в узком месте. Она взяла, начала за меня прятаться. Молодец, бот. Просто красавец. Город самураев лежит на плоскогорье, окруженном лесами. Это одна из самых неприступных крепостей в этих краях. Два пожара, 6 гражданских восстаний, но ни одной осады или штурма. Зато этот город можно сжечь. Лучшие войны. Они понадобятся нам. Этот город можно сжечь с одной спички. Весь стоит из дерева и из бумаги. Жиробас. И опять в узком месте. И посмотрите, как у него хп. Это же просто бред. Пускай они сражаются, я пока убегу. Не хочу с этим толстым биться. То есть буквально по мне 2-3 удара. И наш Ороти отправится в Роти. В главное меню. Но у Нагиначиса хп не ограниченное, поэтому она может сколько угодно драться. Вот имейте в виду, как можно этот момент безопасности пройти. О, что-то она с ним вообще хп мало сняла. Можно ей помочь, конечно. Лежачих не бьют, а девушек тем более. Жердяй. Хотела бы я увидеть, как даймё Аю и ее солдаты осаждают собственный замок. Жаль, что все кончилось так быстро. Страна рассвета тянется далеко на восток. Ее столица здесь, но так было не всегда. Много веков император жил в другом месте. Он был вынужден перебраться сюда. Интересно, почему? Ну, наверное, потому что здесь барон хороший, вообще-то. Несмотря на то, что город бумажный. До него сложно добраться. Ха, все что угодно для императора. Наша армия за воротами. Самое лучшее решение. Только еще слона не хватало. Дикий слон. Используйте А, чтобы заставить слона бежать. Он наносит высокий урон некоторым объектам, в том числе. Нужно и... было как-то открыть ворота. Ороти. У меня был слон. Ну, здесь, кстати, есть и камень, но это уже в императорском, как бы, дворце. А вообще город, конечно, да, деревянный и бумажный. Крайне ненадежно. Поразительно. Отлично, одну створку опустили, осталось еще одну опустить и надо будет ворота открыть. По-моему, тоже с помощью слона. Ой, ой,
Он может достаточно много хп снять за удар. Локи чуть ли не половину на реализм. Уж не проверять. Так, жиробас. Блин, он не разогнался, надо жирного отвести от запирающего механизма. Иначе не даст он там помахать нам, этому слону. Ну, жирный, иди сюда, что ты там? Что ты стесняешься? Вроде жердяй отошел. Враг уже рядом! Воу-воу-воу, отошел, он за мной бежит. Враг приближается. Чё-то я немного не на это рассчитывал. Жиробас, чё ко мне привязался? Как бы не затоптал. Ну, я сейчас не буду сражаться с пельменем. По одной простой причине, потому что слон идет, продолжает за мной. И если, скажем, пельмен нас уронит, то на этом все закончится. Печально. Слон нас уже потом затопчет. Но вот он стоит прямо у запирающего механизма. Вот сейчас его убить. Ага, взвешивались. Жаль оставлять слона в живых. Я бы с ним сразилась. Нужно открыть ворота. Вот они. Отлично. Фаталити. Фаталити шок. Вот так вот пельмени обрушили, но как обычно удар пошел не туда, куда мне было нужно. Валим отсюда. Я его даже не слышал, я видел тень на стене. Они рядом! Вот так он примерно снимает ХП. Удары, пол ХП нет. Меня завалили, по-моему, да. То ли слон стоптал, то ли нагиначится. Теперь в любом случае можно ворота открыть. Так, отлично. Осталось только сами ворота разрушить. А для этого нужно, чтобы слон опять разогнался. Враг приближается! Как бы не затоптал. Бежит и выбивает. Вперед за императором! Ну не совсем вперед, я вижу, что там бежит несколько самураев, поэтому. Например, вот этот вот сенсей. Да, и, конечно же, он на мне фокусируется. Или она, точнее, это даже. Поэтому надо поаккуратнее здесь.
граблями помахать. Обыскать дворец. Здесь драться одно удовольствие. Много места. Вернулась, смотри. Возможно, кстати, где-то здесь были еще бочки, которые я не собрала здесь. Вроде бы да, вот, кстати, они, кувшины, которые я не нашел. Или нет? Нет, я их тоже собирал. Странно. Очень странно, куда же они их запихнули-то? Наши воины гибли. Нужно было найти Сейдзюра. Десятый император. Жестокий воин. Он достоин уважения. Плен уважает только сильных, слабых нет. Может быть здесь? Да, вот где они запихнули их. Вот эти я не собирал. Все, кувшины все собраны. Вот. А, кстати, его точка интереса, которую я также не находил, последняя. То есть получается, что в этом прохождении мы сейчас все соберем. Да уйдите вы, я хочу посмотреть. Я хочу посмотреть, отойдите от нее, пожалуйста, ребята. Немногие крепости так хорошо подготовлены к осаде. Моя твердыня черного камня не продержалась бы так долго. Да и ты не продержишься, скоро я приду за тобой. И объект собранный. Прекрасно. Так, там кто-то бегает. Кто-то покрупнее, чем обычный. Самурай. Сей. Еще один. Мы бессильны! Был где-то рядом. Вот видите, такая чисто пацанская схватка идет. Это 5 на 1. Жиробас ее просто поломал. Где Сейдзюра? Здесь. О да, сейчас будет самая веселуха. Куда? Нас вынудили убивать. Но мы не были врагами. Так, вот здесь надо, чтобы они сцепились. И желательно, чтобы эта вся толпа бегала не за вами. Там все заняты делом. Никто не хочет со мной подраться. Просто у меня был случай, когда они вдвоем пикавали сразу. Вот как примерно мы сейчас это делаем. Все по-честному. Самурайская честь. Тихо. Самурайская честь, там все дела. Где Сейдзюра? Один застрял за бумажными, так сказать, перекрытиями. Идите, убейте, а я тут пока осмотрюсь. И теперь самый главный бой предстоит. Самый опасный из этих чуваков. Собственно говоря, Сейдзюра. Вот он там стоит. И свою катану вытирает. Лучший воин. Пери. Я готов к казни. Смерть не страшит меня. О великом Сейдзюра станут слагать легенды.
Мои воины не подчинятся вам. Тебя забудут. Твою жизнь прервет лучший воин Императора. Лучший воин Императора гниет в клетке в катакомбах дворца. Это ты. Не может быть. Ренегат! Скорее, герой. Эх, зря я не затеял эту битву. Зачем? Сейдзюра был лучшим воином нашего народа. Я же 3 года провел в заточении. Зачем, Сейдзюра? Присоединяйся к нам! Не стоило возвращаться! Фак! Осталось крайне мало! Но он очень быстрый. Блок, честно говоря, вот не знаю, когда даже ставить. Поэтому я предпочитаю с ним драться на реализме. Чисто уворачиваюсь. Чего же ты ждешь? Ты нужен народу, Сейдзюро. Я опозорен. Ты нужен нам. Ты великий воин. Я не стану служить тебе. Так убей меня! Займи мое место! Забирай моих воинов! Глупость! Наш враг Аполеон! Не Сейдзюра! Я не стану потакать легиону! Лучший воин Императора вновь поведет нас в бой. Я отправлюсь в Эшфилд. Наш враг там. Ну вот, такая была миссия. В этот раз, видите, я нашел все объекты, абсолютно и важные, и второстепенные. Ну и бой с ним был недолгим, но таким довольно интересным. Если бы, конечно, был бы под цвет его удара, можно было бы пытаться его блокировать и драться с ним на раунах, но учитывая, что я не вижу, как он бьет, а он знает, как бью я, тут лучше... Все-таки увороты и попытки быстрых ударов внезапных собственных. Ну, если вы, конечно, там уже в мультиплеере наиграли достаточное количество боев и знаете, видите визуально, откуда начинается замах, с какой стороны успеваете среагировать без подсвета, можно попытаться с ним пободаться на равных, то есть именно в плане парирования и блокирования. Но у меня опыта мало, поэтому приходится играть как получается.
Ну что, остается буквально две миссии. Это дело чести и там еще какая-то, наверное, будет схватка с Аполеон. Это я не играл, соответственно, последний эпизод тоже не знаю, чем закончится. Но обязательно узнаем. Если Цейдзюра был такой жесткий парень, то Аполеон, я думаю, будет гораздо, гораздо сильнее. И именно там, в той крепости, все и закончится, так опять же предполагаю. Надеюсь, что данный эпизод вам понравился. Если да, не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, на основной и дополнительный, вступайте в нашу группу ВКонтакте, оставляйте свои комментарии. На сегодня все, с вами был Крестоносец, всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.